История появления гимназии номер один на карте Бреста начинается в далеких 40-х. И за долгое время своего существования это учреждение образования успело зарекомендовать себя как настоящая кузница отличников и медалистов. Здесь необходимые знания получают более 700 учеников. Одна из главных задач педагогического коллектива – качественное полноценное знание. Но и осуществление ремонтных работ для поддержки внешнего и внутреннего вида здания со счетов не списывается. В нынешнем году специалисты проводят следующие ремонтные работы. Каждый кабинет. Полы, стены, батареи, ну, в общем, все то, что нужно для ремонта, все сделано. Кроме вот осталось 3 кабинета здесь на первом этаже, потому что сюда не можем спуститься, здесь очень много пыли. Еще мы просто не можем здесь работать. А вот эти работы, которые у нас ведутся, капитальные 2 лестницы, они немножко позже начались, мы меняем там все. Оббиваем стены гипсокартоном, шпаклюем под покраску красивую, плитку меняем. Гимназия номер один держит высокую планку и в плане знаний, и в плане эстетического вида. Школы Ленинского района тоже стараются не отставать. Подготовка кабинетов, спортивных залов, коридоров идет полным ходом. Ремонтные работы начались не как обычно. В этом году в средней школе номер 18 летнего лагеря не было, а значит появилась возможность развернуть ремонт раньше. Директор делится качественными преобразованиями, среди которых выделяет кабинет обслуживающего труда. Кабинет самый большой в учреждении образования, и на сегодняшний день он, наверное, один из последних, где необходим уже был качественный ремонт. Поэтому очень долго мы откладывали, потому что это большие финансовые вложения. Но в этом году именно мы уже поставили себе планку такую, что, наверное, мы все финансовые, все деньги, которые мы накопили за год, вложим сюда. Объем работы, вы видите, достаточно большой, 70 с лишним квадратных метров. Полностью мы здесь обновили стены, покрыли декоративной штукатуркой, полностью поменяли потолок, освещение, положили новую плитку. Ну вот остались, буквально вот вчера уже ушли рабочие, остались у нас уже здесь такие мелкие работы. А во средней школе номер 27 к ремонтным работам по подготовке учреждения образования к началу учебного года приступили недавно. Мелкий косметический ремонт здесь проводят своими силами, но главное, делают это умело и с любовью. Добавить зданию красоты и уюта, а также привести в порядок все кабинеты – задача номер один для руководства школы. Правда, планов еще много. На этот год планируется продолжить замену дверных блоков кабинетов. 24 двери планируем заменить. Своими силами делаем ремонт медицинского кабинета. Ну и текущий ремонт во всех кабинетах. То есть побелка, покраска. Вот это все делаем. Уже в начале августа пройдут серьезные испытания для руководителей. Приемка учреждения образования придирчивой комиссии, где по результатам проверки будет принято решение, готова школа к новому учебному году или еще есть над чем работать.